советский кость, да. Нет, пока вот первый тайм заканчивается, пока еще никаких замен. А, вот, нам забили сейчас, блядь. Да, нам забили. Ну, здесь вроде бы и все наши на местах были, и вот здесь с нашего правого фланга здесь не сместились, видимо, защитник по коридору, и у них выскочил практически один в один, расстрелял Красильникова. Все вроде на местах были, все в обороне вроде были, а так получилось, что вот наш левый фланг чуть-чуть коридорчик оставили в штрафной, там ворвался игрок и пустые ворота. Знакомительная с полем, с большим. Да, да. Ну. Опа!